Борис Николаевич Свешников. Я директор школы. Каждое утро с 8 до половины 9 на улицах всегда много-много детей. Малыши всегда идут в сопровождении мамы и бабушек, которые тащат их тяжелую поклажу. А около школьной ограды можно увидеть, как малыш отбирает у бабуси ее тяжелую ношу, а дальше устремляется сам, один, бежит, боится опоздать. Старшие идут помедленнее. У десятиклассников солидная походка ветеранов. И я тоже много лет хожу этой дорогой, одной и той же. Раньше в качестве учителя, а теперь я и учитель, и директор школы. Блажен, кто с молоду был молод, блажен, кто вовремя созрел, кто постепенно жизни холод с летами вытерпеть умел. Ну-ну, кто странным снам не предавался? Блажен, кто понял голос строгий необходимости земной, кто в жизни шел большой дорогой столбовой. Так, так. Кто цель имел и к ней стремился, кто знал, зачем он в свет явился. Так, ну-ну. Но грустно думать, что напрасно была нам молодость дана, что изменяли ей всечасно, что обманула нас она, что наши лучшие желания, что наши свежие мечтания истлели быстрой чередой, как листья осенью гнилой. Ну. Несносно видеть пред собою одних обедов длинный ряд, глядеть на жизнь, как на обряд, и вслед за чинную толпою идти, не разделяя с ней ни общих мнений, ни страстей. Предметом став суждений шумных, несносно, согласитесь в том, между людей благоразумных прослыть притворным чудаком. Ох вы, шутники. La 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 la
Ля-л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 я
Слушай, вот чего она здесь, вот, а? Ну, это у кого как. Не, серьезно, серьезно. Вот знаешь, вот, вот там как иголка иногда, там вздохнешь. А? Угу. А? Вот стоит только мне в гости прийти, тут же все начинают рассказывать про свои болезни. Тебя, наверное, все про воспитание спрашивают. Про воспитание все знают. Где ты говоришь, у тебя болит-то? Во. Болит, да? Ну, как ты думаешь, что ж болит? И будет болеть. А у тебя ничего? Меня директором назначили, директором школы. Смотри-ка, позвольте мне сказать несколько слов. Вы стали на год старше. Нет, мы здесь собравшиеся. И все человечество. Мы собрались, чтобы торжественно отметить день нашей дружбы. Только никаких звонков, подожди, никаких телефонов. Ну, ребята, Люська жена звонит. Ничего. Ну, на черте что подумает. Ничего не подумает. Ой, слушайте, давайте вообще выпьем за то прекрасное время, когда ни у кого из нас телефонов не было. И вот для того, чтобы поговорить друг с другом, ведь надо было просто подойти к дому, крикнуть: «Женька!» И Женька, а чаще Женькина мама, как мама зовут? Нонна Михайловна. Высовывалась в окошко, говорила, что Женька у Борьки или у Павлика, все вопросы решались в течение 5 минут. Правильно, давайте выпьем за это. Давайте. Не, он нас замучает тост. Я не замучаю. Я просто хочу пожелать нашим детям. Вот это не надо. Да. Ну, ты представь себе, что мы ведь являемся людьми уникального поколения. У каждого поколения есть свой возраст цветения, вегетативный период, как в природе. Да, ты не смейся, кстати. Мы действительно люди уникального поколения. Вот то, что к другим обычно приходило в 20, в 25 лет, а к нам с вами пришло в 35, в 40 лет. А? Нет, ребята, вот действительно, прав. Ну, прав. Ну, я вот, например, ну, я. Ты помнишь? Я никаких вообще надежд не помню. Кокетка. С первого класса был отличником. Только в первом классе я и был отличником. И потом я вообще всегда ненавидел учителей. Благодарю. Ну, Свешников. Но ты меня извини. Братцы мои, вообще это чудо, действительно, что вот из этих вот шалопаев, из этих весьма легкомысленных молодых людей, как о нас с вами думали наши родители, вышли все как на подбор солидные, преуспевающие. Ну ладно, что это за формулировочка? А я не понимаю, что стесняться? Что стесняться? Вот какая-то странная штука. Когда у человека все плохо, он ходит с таким гордым и значительным видом. А когда у него все хорошо, все состоялось, он, понимаешь, что-то стесняется. Вот скажи, пожалуйста, Женечка, тебе что, безразлично, что ты стал доктором медицинских наук? Зачем бы ты стал медицинским? За доктора! Каким ты был? Ой, братцы мои, мы к этому шли и пришли. И никто нас за уши не тянул, как мы сейчас наших детей тянем. Никто нам не помогал, как мы им помогаем. И смотрите-ка, ни один не затерялся. Все стали солидные, преуспевающие граждане. И я не боюсь этого слова. Давайте выпьем. Давайте выпьем за поколение. Витя, а ты что не пьешь-то? Да я же за рулем. Жень. Че? А ты? Че ты? Да мне жену на машине встречи. Свешник, ты хоть не за рулем? Нет, я верхом на портфеле. Ну и как тебе вообще? Да вот, директором назначили, директором школы. Директором? Я тебя поздравляю. Отбивался как мог.
Ты меня прости, но я вот не вижу, когда мне говорят, что человек отбивался. Отбивался и не отбился, значит, не сильно отбивался. Не сильно. Ну и как? Изменилась твоя психология? Не изменилась, я тебе скажу. Вот раньше я на всяких спецсобятах сидел в углу, решил кроссворды, а теперь меня злит, когда так делают другие. Снег. Братцы, смотри, снег. Литка, Литка, снег. Смотри, снег. Слушай, и правда снег. Скоро на лыжах, пойдем. Пойдем. Ну, как мальчишник? Хорошо посидеть? Хорошо, замечательно. А чего же так рано разошлись? Да не рано, второй час уже, всем на работу пора. Так, а где мой сын? Сергей, тихо. Что тихо? Ну что, спишь что? Нет, он еще не приходил, Боря. Как не приходил? Ну, он звонил? Да, Боренька, он всегда звонит, когда задерживается, в отличие от некоторых. А что он говорил, где он? Какая разница, что бы он сейчас не сказал? Ну? А ты что, собираешься чай еще пить? Да, я выпью. Ну, ладно. Боря, подожди, ты знаешь, я поняла, в чем дело. Тебе нужен новый костюм. Хорошо, иди ложись спать. Ложись. Ну, ты же знаешь, я все равно не усну, как у меня. Ой, Литка, привыкай. Стараюсь. Борь, тебя-то хоть спросили, как ты живешь? Какие у тебя новости? Ну, не вообще. А вот как ты живешь? Спроси. Ну, Литка, правильно. Конечно, мы разные. Собираемся раз в год уже больше так, по традиции. А все-таки, когда подумаешь, что бы там ни случилось на этой земле, а раз в год мы будем сидеть рядом. Женька, Витька, Павел, я. Это все-таки чего-то стоит. Звонок. Здравствуйте. Звонок. Здравствуйте, Василий. Здравствуй, Наташа. Здравствуй, Машенька. Здравствуйте. Здравствуйте, Борис Николаевич. Борянская. Это что такое? А что такое? Он отлично понимает, что речь идет о его бодянского джинса. А это, товарищ Николаевич, вы знаете, школьный брюки уже совсем того, а потом хочется немножечко разнообразия. А, разнообразием хочется. Ладно, иди. Здравствуй, Игорь. Здравствуйте, Борис Николаевич. Извините, я вас не заметил. Вот такой парень, Игорь Кольцов. Ну, иди. О, доброе утро, Борис Николаевич. Доброе утро. Здравствуйте, Валентин. Вы не забыли, что у нас сегодня? Валентин Федоровна не забыл. Вечер поэзии. Да? Это не вечер. Это в 14:00 клуб интересных встреч комсомольцы организовали. Хорошо. Да, Борис Николаевич, насчет 1Б, класс без учительницы. А, да, я звонил в РАНО, обещали прислать. Ну, обещали, хорошо, да. Спасибо. Здравствуйте, Борис Николаевич. Да. Борис Николаевич, поговорите со мной. Здравствуйте. Это вот Александр Акимович, наш дядя Саша. Он техник-смотритель, он водопроводчик, он завхоз, он сторож, он сантехник, прислуга за все. И вот с тех пор, как я стал директором, он постоянно пристает ко мне по поводу прибавки жалования, называя даже конкретную сумму. Ну, 20 рублей. А иногда и 25, в зависимости от настроения. При этом намекает, что есть места, где платят побольше. Он прав, мне бы отпустить его с Богом. Ну, где я еще найду другого такого дядю Сашу? Эти нынешние в сторожа не пойду. Александр Акимович, миленький, я клянусь, мы что-нибудь придумаем. Обязательно. Мы посоветуемся и решим. Борис Николаевич, я опять к вам. Так, ну, что ж это такое, рабочий день начался. Ну, опять у мальчишки ботинки пропали. Прошу, ну, сколько прошу, я могу... Мне уже неудобно к вам приходить. Ну, ничего, садитесь. Прям самой стороны, да. Ваше имя, отчество? Да Марья Дмитриевна меня звать, вы же знаете. Марья Дмитриевна, очень приятно. В каком классе ваш мальчик? Да Бессонов Андрей, в 6А. Ну, лучше все-таки Андрей Бессонов. Я и говорю, Бессонов Андрей. Борис Николаевич, вторые ботинки пропадают. В прошлом месяце пропала пара обуви, и сейчас вот опять. Ну, что ж это такое-то? Борис Николаевич, ведь я же одна парня таращу. Я же не миллионерша, не могу я ему каждый день с ботинки покупать. Ну, следит у вас кто-нибудь за этим? Марья Дмитриевна, ваш мальчик футбол не играет? Ну, при чем футбол-то? Я говорю, ботинки.
ботинки у мальчишки пропадают. Нет, я говорю, он у вас не футболист. Я говорю, ботинки у мальчишки пропадают. Да понимаете, они мальчишки, играют во дворе в футбол. Там, глядишь, мешок с обувью оставили, шапку, шубу, они, понимаете, ворота выстраивают и гоняют свои мячи. Так что вы выясните, пожалуйста, и не надо его наказывать. Ой, как я устала. Ну, нет, нет, все-таки поосторожнее с наказаниями, особенно да в этом возрасте. Да, да. Маринка, пожалуйста. Здравствуйте, здравствуйте. Вы ко мне. Здравствуйте, так. Борис Николаевич. Угу. У вас журнал 7-го. А можно? Пожалуйста, Олег Павлович, пожалуйста, пожалуйста. Так. Ага. Понятно. Значит, на вакансию учительница английского языка. Прошу вас, прошу. Татьяна Георгиевна. Очень приятно. Вы уже работали в школе? Да, проходила практику. Практику проходила. Это хорошо. Скажите, пожалуйста, Татьяна Георгиевна, а как вы считаете, foreign language passive or active? Видите ли, тут в понятиях полная путаница. Если человек читает, пишет, это считается пассивным знанием языка. А вот how do you do активным? Умница. С юмором. Конечно, Татьяна Георгиевна. Мы годы тратим на обучение разговорной речи, которую потом применять негде, вместо того, чтобы учить, читать, работать с книгой. Умница. Скажите, пожалуйста, а вы детей-то любите? У меня к вам такое странное, конечно, на первый взгляд, предложение. Борис Николаевич. Да? Борис Николаевич, вы разрешили по школе ходить в джинсах? Ну, разрешил, разрешил. Вот познакомься, пожалуйста, это Татьяна Георгиевна. Здравствуй, здравствуйте. А Валентина Федоровна, наш зав. Учебной частью. Здравствуйте. Вот, здравствуйте. Направление Татьяны Георгиевны. Татьяна Георгиевна, все-таки, вот скажите, пожалуйста, вы бы не хотели взять самых маленьких, первый класс, роскошный класс малышки у нас остались без учительницы. И, кстати, мы бы с вами провели эксперимент, связанный с языком. Я вас благодарю. Но это в мои планы не входило. Да? Ну, понятно. А что входило в ваши планы, аспирантура? Да. Ну, понятно, понятно, понятно. Так, а сколько вы собираетесь пробыть у нас? Годик или два? Я не знаю, как у нас получится. Ну, хорошо, как получится, как получится, как получится. Ну, что же, всего хорошего. Всего наилучшего, да. Подождите меня минутку. Хорошо, хорошо. Ну вот, теперь будет у нас учительница английского языка. Борис Николаевич, я к вам Постникова привела. Все, Борис Николаевич, у меня больше нет сил. Ну давайте, давайте его сюда. Постников, давайте. Иди, входи, входи. Смелей, смелей. Ну, Постников, как тебя зовут? Толик. Видали этого Толика? Ну зачем так? Анатолий тебя зовут. Ну, сколько прогулов? Где дневник? Вот, дневник. Ой, есть ли на свете что-нибудь скучнее этих бесед, где обеим сторонам заранее известны и начало, и середина, и, главным образом, исход этой беседы? Побить его я не могу, исключить из школы тоже не могу, это он отлично все понимает. Значит, остается только распечь его за неуспеваемость, за недостатком времени, это надо все проделывать в ускоренном темпе. Ну, что ты там делал, когда прогуливал? В зоопарк, что ли, ходил? О, по физике два, да, по рисованию, ну что уж так? У него ведь своя жизнь, свои интересы, свои радости. Я могу о них только догадываться. Я должен воспитывать его, в сущности про него ничего не зная. Борис Николаевич, он не портит весь класс. Да. Бедного Гусельникова буквально терроризировал. Да кого я терроризировал? Замолчи. А вы знаете, какое у него прозвище в классе? Ну, какое прозвище? Ну, погоди. Не боишься, ну, погоди, что исключим тебя из школы? Ну? Ну, что ты молчишь? Что ты молчишь, я тебя спрашиваю? Ты что, язык проглотил, наконец? Отвечай, тебя спрашивает директор школы. Ну и исключайте. Так, замечательно. Куда же мы пойдем? На улицу воровать, а? Ну почему воровать? Я пойду вот на завод. Ах, на завод? Да. Понятно, большой подарочек заводу. Видали, как у нас все просто получается? Он, видите ли, на завод пойдет.
Милый, на заводе сейчас первым делом образования спрашивают. Физику, химию, математику. Так, Постников, давай с тобой договариваться. До конца полугодия ты исправляй свои двойки. Мы такую возможность тебе дадим. Борис Николаевич, да, какую еще возможность? Я поговорю с учителями и вот. А что касается поведения, я думаю так. Исправишь двойки и исправится поведение. Ну не будет двоек, чего тогда этого несчастного Гусельникова обижать? Ну ладно, иди, иди, иди. Иди. До свидания. Вы оптимист, Борис Николаевич. Да, я оптимист, Инна Сергеевна. Вы замучили парня двойками. Вообще можно отбить всякую охоту заниматься. Что там за семья-то? Вы вызывали родителей? А что толку вызывать родителей? Тут не знаешь, кого прежде воспитывать. Ну, правильно. Не надо вызывать. В таких случаях никогда не знаешь и результата. Парень-то озлоблен. Да, спасибо, что вы это заметили. Инна Сергеевна, миленькая, он на вас озлоблен. Что такое? Да, и, кстати, между прочим, никогда не говорите им, что на заводе непременно нужно образование. Это почему же, потому что это неправда. Можно работать прекрасно без всяких наук. Борис Николаевич. У нее ответственный муж. И об этом знает вся школа. А это Валентина Федоровна. Валя. Завуч. Моя правая рука. 40 с лишним лет. Ну, разумеется, Валентина, мы ее за глаза называем. Ну, что такое? В чем дело? Ну, заходите, заходите, Генри Григорьевич. Это вот с тех пор, как я стал директором, наш физик побаивается и избегает меня. Генри, заходите. Заходите, не бойтесь, да-да, мы не кусаемся. Спасибо. Борис Николаевич, да. Я по поводу транзисторов для физкабинета. Вы Генри обещали... Генри Григорьевич, одну секундочку. У вас в 8А есть Постников, да? Да, есть. Вы бы не могли его немножечко подтянуть? Ну, хотя бы на тройку. Замучили парня двойками. Ну, если вы настаиваете... Нет, нет, ради бога, мы не настаиваем. Если возможно. Хорошо, я его спрошу. Вот спасибо. Борис Николаевич, так как насчет транзисторов? Вы не успели созвонить? Генри Григорьевич, ради бога, меня извините. Ну, я замотался, ну, закрутился, я забыл. Ну, я позвоню, обязательно да, позвоню. Да, я вас очень прошу. Ну, там у меня... честное слово. Да. Спасибо. Мы что, эту новенькую англичанку берем? Ну, что ли? А что тебя смущает? Ну, не похожа она на нас с тобой. Не хочет свою жизнь в школе посвящать. Наверное, в этом ее достоинство. Я ей скажу, чтобы она оделась поскромнее. Хорошо. Что случилось? Что вам надо? Я к Борису Николаевичу. Насчет зарплаты. Да побойтесь вы бога, насчет какой еще зарплаты? Вы же получаете больше, чем некоторые учителя. Правильно. Что правильно-то, что? А вы найдите сейчас человека. Он мне предлагает. Ну хорошо, вот как вы думаете, как он это оформит? Борис Николаевич умный человек. Ой, Александр Акимович, миленький, ну я обещал, ну я что-нибудь придумаю. Действительно, надо же как-то посоветоваться и что-то решать. И так с ним разговаривать надо, вот что надо. Ну как, матом что ли? Ага, матом, матом. Как прошлый директор, у него он не ходил и не конючил. Вот если кто опаздывает на свои уроки, прежде всего директор и завуч. Кто я? Тварь дрожащая или имею право? Спрашивает себя герой Достоевского. Да. Он причисляет себя к разряду людей, которые имеют право. Он, то есть Раскольников. Он решается убить старушку-бабушку-проценщицу, чтобы ограбить ее и на вырученные деньги стать честным, получить высшее образование и приносить пользу людям. Так, ну. В одном месте романа он говорит: «Свобода и власть, а главное – власть». Вот его цель. Ну, правильно. Правильно цитируешь. Свобода и власть. Главное, власть. В этом его цель. Ну, а где, в каком месте романа он это говорит? Кольцов. Да. Мне надо говорить «да». Ты слышал вопрос? Нет. Нет, я слышал.
Свобода и власть, а главное власть, это Раскольников говорит Соне Мармеладовой в ответ на ее вопрос, что сделать, чтобы спасти всех несчастных и обездоленных. Ну, правильно, спасибо, садись. Ну, а Куделин, по-твоему, как сам Федор Михайлович относится к своему герою? Какой Федор Михайлович? Достоевский Федор Михайлович, автор романа. А, он его осуждает. А, мне кажется, он ему сочувствует. Сочувствует? Так что он, сочувствует или осуждает? Да. Вам смешно. Ведь это довольно обычный школьный ответ. Несчастный наш Куделин, он 10 лет живет в лихорадочной погоне за отметкой. Не дай бог тройка. И вот отсюда жадное угадывание мнений учителя и отсутствие своего собственного. Вот так и живем. Ладно, садись. Я тебе отметки сегодня не поставлю, получишь ее в следующий раз, только для этого придется тебе все-таки прочесть роман Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание». Да нет, не учебник, роман. Ну-ка, поднимите руки, кто из вас не читал романа? Читал или не читал? Не читал. Прекрасно, все читали. Ну, а кто из вас любит Достоевского? Все любят Достоевского. Скажи на милость. Просто, просто уже удивительно. А я вот знавал людей, которые довольно холодно относились к этому автору. Вот, скажем, Чехов, Антон Павлович, да, длинно, нескромно, много претензий. Стой, да, вот взял, как написал. А при жизни Пушкина один молодой критик в пух и прах разбил повести Белкин. Вот очень они ему не понравились. Осень, осень, холодная осень, дождливая осень. Кто это был? Молодой Белинский. Так что, вероятно, искусство по-разному воспринимается разными людьми в разные эпохи. И не надо стесняться, когда собственное мнение идет вразрез общепринятому. Разумеется, когда есть собственное мнение. Роман читали все. Вот сейчас я проверю, как вы все читали. Ну что, есть добровольцы? Что, нет добровольцев? Есть, есть. Все свободны. Как свободны? Ребята, он приехал. Кто? Поэт. Кто? Ну, прошу всех в актовый зал. Последний урок физкультуры, я разрешена. Да? А, подождите, а где у вас весь остальной народ? Да все в порядке, я предупредила всех классных руководителей. Ребят, прошу всех в актовый зал. Да, Наташа, ты Черкунова, вы... Валявский, вам объявили, что у вас сегодня клуб интересных встреч? Каких? Интересных нет, нам никто не объявлял, нам должны были это объявить сегодня, да? Перестань, пойди, значит. Да, честно, Кольцов, иди сюда. Да. Ты же отличий, как тебе не стыдно? Да. Что да? А почему должно быть стыдно? Он же освобожден. Да. А чего он освобожден? От физкультуры, у него справка. А? Справочку покажи, пожалуйста. Сейчас покажу. Ужасно смешно все это, ужасно смешно. Борис Николаевич, мы их отпустили срок, они решили, что они могут идти куда им заблагорассудится. Ну, совершенно разболтанный класс. Несчастные мы люди учителя. Чего нам решительно не хватает? Чувство юмора, которым в изобилии наделены наши ученики. Ну все, братцы, я прошу всех в актовый зал. Быстренько, пошли. Ну, пошли. А можно я не пойду? Почему? Мне не нравится этот поэт. Ты что, читал его стихи? Да, читал. Так все его стихи читал? Нет, все я не смог. Слушай, Игорь, тебе не кажется, что ты ошибаешься? Может быть. Это наглость. Он лауреат государственной премии, к твоему сведению. Очень может быть, что я ошибаюсь. Так, ну ладно, насколько мне известно, Игорь, ты вообще не признаешь стихов, но из этого абсолютно ничего не следует. Нет, Борис Николаевич, я признаю стихи. Просто у нас с Валентиной Федоровной разные вкусы. Игорь. Я, наверное, что-то не так сказал, да? Я прошу прощения, я никого не хотел обидеть. Ты обидел себя. Это не страшно. Борис Николаевич, если вы настаиваете, мы, конечно, пойдем послушаем, но вообще жалко времени. Нет, никто не настаивает, ты можешь не идти.
Да? Да, да. Ребят, айда. Пойдем, ребят, послушаем поэта. Игорь, ведешь себя не лучшим образом. Дело же, разумеется, не в стихах. Неужели ты не понимаешь? Я понимаю, Борис Николаевич. Дело в принципе. То есть? Как относиться к словам? Если слово что-нибудь значит, за ним что-то стоит, тогда не надо извиняться. А если это просто так, колебание воздуха, тогда можно извиниться. Угу. Я подумал. Вот, Игорек, подумай. Подумай хорошенько, подумай. Или зевок? Ну, а какая разница? Ну, если это зевок, переходи, пожалуйста. Перехаживать не будем. Ну, это жестоко. А спорт вообще жестокая вещь. Сережа, ну, тебе не нужно заниматься. Нет. Как нет? У тебя же сессия на носу, и у папы завтра трудный день. Да ну, с чего ты взяла? Ну, ты же сам говоришь. Да, кстати, друзья мои, завтра мы идем покупать отцу новый костюм. Не-не-не, завтра нет, воскресенье. Воскресенье, магазины закрыты. Ходи. Ну, прекрасно, в воскресенье мы дружно, всей семьей идем кататься на лыжах. Нет-нет, мне это все не нравится, переходи, пожалуйста. Что это за манера играть и пользоваться рассеянностью другого? Не будь рассеянным. Папа, я повторяю, спорт... жестокая вещь. Это ко мне. Это что, а? Да, что тебя удивляет? Ой, Боря, ну, Боря, перестань, нормальная девчонка. Да, если бы он еще нормально учился при этом. Но хоть родители кто-то, ты знаешь? Ой, Свешников, я от тебя умру. Ну, что ты говоришь? Ну, ты подумай, что ты говоришь? Ты говоришь, кто родители? Вот, между прочим, наша с тобой хваленая прогрессивность. Вот она. Что, что, что? Ты уже пошел? А ты что, куда-нибудь собираешься? Пока нет. А что значит пока? Причешись, по крайней мере. Прямо сейчас? Да. А тебя что, шокирует моя прическа? А, это не прическа. Да, конечно, так ходили дикари в каменном веке. Ага, в бронзовом. Ты берешь ладью? Беру, беру. И... ведь это у вас не пренебрежение к собственной внешности. Пренебрежение я могу понять. Альберт Эйнштейн вообще забывал бриться.
Это у вас повышенное внимание. Вот оно, по-моему, не обаятельное и не мужественное. Да это у вас повышенное внимание. Слушай, ну почему мы вообще об этом говорим? Почему такая сугубая личная вещь, как волосы у человека, должны выломать всю широкую общественность? Меня что возмущает, не сами эти разглагольствования, а то, что они не свои, они где-то услышаны. Вообще я не верю, что человек, который отращивает и холит пышные баки, способен на что-то большое в жизни. Это совершенно не зависит от баков. Можно быть стриженным, и теорию относительности не открыть. Ну, поскольку ты ее уже не откроешь, можешь спокойно и стриться, и бриться. Логика у вас хромает. Ну что, это новая партия, да? Это уже новая партия. Старая партия. А ты почему перестал получать стипендию? Боренька, а кто меня приглашал погулять? Ой, кто боже мой, Лидочка, погулять? Ну погуляем. Буду получать ее со следующего семестра. Я понимаю, вас волнует вопрос денег. Я говорил маме, что пойду разгружать вагоны, как это делают многие наши студенты. Вы же сами были против. А почему мы должны быть обязательно за? По такому поводу вообще не советуются с родителями. Хорошо, учту. Да. А лучше просто нормально, элегантно и красиво сдать сессию. Вот и все. Хорошо, учту. Ну о чем спор, Сережа? Ну о чем спор? Об отметках, конечно. Папа у нас им придает большое значение. Он же учился на одни пятерки. Это сыграло большую роль в его жизни. А что ты хочешь этим сказать? Я ничего не хочу. Да папу твоего, если хочешь знать, звали в аспирантуру, он туда просто не пошел. У него были огромные возможности, он ими просто не воспользовался. У него были напечатаны два рассказа в журнале «Знамя». А в школу он пошел, родной мой, потому что родился ты, ага, голубчик, да-да-да. И нам нужно было снимать комнату, а помощи, как ты понимаешь, нам ждать было неоткуда. Нет, я пошел в школу, потому что я увидел в этом свое призвание, и я ни секунды в этом не раскаиваюсь. Подожди, Боря, я ему все скажу. Ты читал письма папиных учеников? Боже мой, читал он письма папиных учеников. Ничего он не читал. Почитай письмо Вани Ибрагимова. Ваня Ибрагимов, любимый папин ученик. Круглая сирота рос без родителей. Ваня его не настоящее имя. Ибрагимов не настоящая фамилия. И вот если бы не твой отец, то неизвестно, где и кем бы он был уголовником. Уголовник. Папа, ой, это ко мне. Здравствуйте. Здравствуйте. Ничего, что я в ваших тапочках? Да ладно, иди. Боренька, что с тобой сегодня? Ты что, чем-то расстроен? У тебя какие-то неприятности по службе? Ну, почему? Все хорошо. Вот на свадьбу меня, например, приглашают. Да? Интересно, кто же женится? Ну, замуж. Выходит, Лена Старикова у меня закончила, но ты ее не помнишь. Ничего же не помню. Очень даже хорошо помню. Такая беленькая и пухленькая. Тоненькая и черненькая. А тебя приглашают? А вот интересно, одного или вдвоем? Ну, разумеется, вдвоем. А чего это я могу понять? Ну, как я могу понять? Лидочка, это всегда подразумевается, но ты же все равно не пойдешь. Ну почему же не пойду, Боря? Ну почему же обязательно не пойду? Слушай, Лидка, а они что? Ну что, что? Что? Близки? Да. Думаю, что да. Папа, я одену твою куртку. Вы ведь не пойдете гулять? Куда мы не пойдем? Что такое? Да не пойдете. Поздно уже. И нечего себе мучить из-за какой-то догмы. Боря, ну посмотри, как ему идет твоя куртка. Посмотри. Да. Когда я вернусь, мы с тобой доиграем. За тобой две, надеюсь, этого ты не забыл?
и позанимаюсь ей. Не беспокойтесь. Оль. Короче, не беспокойтесь за меня, в принципе. Стану я человеком, вот увидите. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Ну, расскажи что-нибудь. Как там у тебя дела в школе? Нашел учительницу для младших классов? Нет. Ты же говорил, приходила девочка из педучилища, еще тебе понравилось. Она говорит трамвай. Как она говорит? Трамвай, я ее к детям допущу. Боря, ты совсем не можешь дома сидеть, да? Места себе не находишь. Ну почему, ну почему? Ну почему? Я не знаю почему, Боря. Ну, успокойся, Боря. Ну. Тебе не надо было идти в директора. Да. Ты мягкий человек. Да, вот с чего вы взяли? Вот я мягкий человек. Откуда эта легенда? Я мягкий человек. А почему обязательно я должен быть сволочью? Ну почему я должен обязательно всех гнать матом? Вот тогда будут уважать, тогда это авторитет, мужчина. Да? Вот тогда я руководитель. Так что ли? Поставь, пожалуйста, музыку. Что? Ну музыку, ребята, у них тебе. Вот диски у них теперь, диски. Вот этот диск мне поставь, вот диск. Я, Боря, знаю, почему ты на всех бросаешься. Ты просто недоволен собой. В Варянской юной пишешь через 2Н. Зеленый опять 2Н. Это же легкие слова. Юный, зеленый. Бессмысленный. Где у нас 2С? Ты пишешь на всякий случай, и там, и тут. Лучше больше, чем меньше. Так, Маша Поплавская. Маша. Хорошо написала, немного витиевато. Любишь эпитеты, но в сущности хорошо. Только почему обаяние, братцы? Ну, что такое с вами? Последите за собой. А мы как... Классики, Борис Николаевич. Какие классики? Ну, те классики, которые писали с ошибками, помните, вы говорили? Нет, не помню. А, ну, вы еще говорили, что очень многое зависит от зрительной памяти. Ой, вижу, много лишнего вам наговорил. Подведете, братцы, меня под монастырь. Так, Куделин. Куделин. Показывает. Образ, это нехорошо сказано. Так, во-первых, братцы, вы у меня не классики, а во-вторых, не всем классикам приходилось сдавать экзамены в институт, а вам, наверное, многим придется. Я не завидую, особенно тем, которые пишут юные через 28Н. А у некоторых блат. Что? Блат. А что это такое? Я не знаю такого слова. Не знаете? Не знаю. И знать не хочу. А посмотрите, есть словари дали. Сомневаюсь. Я сам видел. Блат. Знакомство. А к знакомству вот такое русское слово есть. Ну, бог в помощь, как говорится, хотя я бы на вашем месте не очень на это рассчитывал. Наташа Черкунова, тоже избегай, пожалуйста, стандартных оборотов. Показывает реалистическую панораму действительности, показывает образ. Ты же, кажется, собираешься на филологический факультет? Что такое, Маша? Чего, Маша? Маша, в чем дело? Что такое? Борис Николаевич, он говорит, что нам никуда поступать не нужно, потому что мы все замуж выйдем. Кто говорит? Да Бодянский, Бодянский, Бодянский. Вот разберись, когда они взрослые, когда они дети. Ну, хорошо, ладно. Ну, а кто из вас пишет письма? Или кто из вас ведет дневник? А? По-моему, Наташа. Нет, ну я не случайно вас об этом спрашиваю. Мне хочется, чтобы вы умели писать, владели слогом. Ну, вот попробуйте когда-нибудь написать хотя бы одно письмо, как их писали
в прошлом веке, когда не было телефонов. Милостивый государь. Маш, Маш, ну это же не такое слово. Это же не милостивый государь, это милостивый государь. Это милостивый государь. Милость к падшим призывал, милость призывал. Нет, серьезно, вы когда-нибудь почитайте просто рядовую переписку прошлого столетия, я уж не говорю о письмах у Тургенева, Аксакова, Пушкина, мой ангел, целую кончики ваших крыльев, как говорил Вольтер, людям, кое вас не стоит. Да, мы сейчас, к сожалению, теряем эту культуру. Вот в следующий раз вместо сочинений я заставлю вас писать письма. И, кстати, я скажу, письма не только дисциплинируют мысль, они и создают особые формы взаимоотношений между людьми. Ну, для начала хотя бы к вежливости приучают. Игорь Кольцов, ты со мной на этот раз согласен? Согласен, Владимир. Ну, прекрасно. И за работу тоже спасибо. Очень хорошая работа. Ну, что такое? Что такое? Ну, что вы там ищете? Что вы копаетесь? Ну, что? Ну, что, отметок нет? Отметок нет и не будет. Будете учиться без отметок. Да. Не верите? Не верит. Олег Павлович, дорогой, они же у вас решительно все заняты любовью. Откуда, простите, такие сведения? Ну что вы, Куприянов, Лихачева раз парочка, Краснопольский, да. Иванова два, не знаю, может быть, вы это поощряете? Да, я поощряю. Борис Николаевич, мы собираем деньги на подарок Ольге Ивановне, так что прошу вас. Рубль, только спешите с вот этим. Надо распишется. Да, обязательно. У вас вообще очень оригинальный взгляд, Олег Павлович. Спасибо, я тронут. Кстати, вы сдали деньги, Ирина Сергеевна? Вы меня, кстати, об этом второй раз спрашиваете. Что вы говорите, да. Вы тогда простите. Пожалуйста. Да, говорят, что вы их воспитываете при помощи тумаков, это верно? Зачем? Я чуть что, я их палка. Татьяна Георгиевна, мы собираем деньги на подарок Ольге Ивановне, так что... Рубль. Татьяна Георгиевна. Пожалуйста. О, это много, у нас более скромные запросы, возьмите сдачи. А, Татьяна Георгиевна. Я вас слушаю. Что там у вас с Шуклиным? Портит мне всю успеваемость в классе. Вы бы его подтянули. А как его подтянуть? А вы что же не знаете, как подтягивают? Заниматься с ним после уроков я не буду. Со способным учеником куда ни шло, с каким-нибудь тупицей, да еще отдельно, быть может, мне домой к нему ходить? Нужно будет, пойдете и домой, я думаю. Да нет уж, спасибо. Интересно, а как же мы ходим? А это ваше дело, Инна Сергеевна. А я считаю, что это подарок человеку учить его бесплатно иностранному языку. Скажите, как интересно, так, я не знала. Инна Сергеевна, что наш, ну погоди, я смотрю, он по отметкам здорово подтянулся. Да, Борис Николаевич, ну как подтянулся? Сегодня, вот насколько я понимаю, сорвал урок у Татьяны Георгиевны, да-да. Опять драка с Гусельниковым, но уроки у той же Татьяны Георгиевны. Выставили из класса, вы знаете, он вовсе домой ушел, оставил ей портфель в подарок. Эти ваши увещевания ему как мертвому припарки, ей-богу. Какие припарки? Что вы имеете в виду, Инна Сергеевна? Да вот, пожалуйста, Генри Григорьевич, дорогой, в этому постникову отметку натянули, что помогло, а? Ну, Генри Григорьевич, ну, смелей. Да, у нас дипломат, я забыла. Ну, ваш Гусельников, я вам скажу, тоже хорош, этим не тихоня. А что вам дал самой Гусельников? Инна Сергеевна, а почему его класс не любит? Вы не задумывались? Странное дело, мы с вами почему-то уважаем одних, а они других. Для нас с вами идеал какой-нибудь круглый отличник, они его всем классом презирают, а молятся на отпетого двоечника. Да еще шалопай, да еще по прозвищу, ну погоди. А вы что же прикажете нам с вами молиться на двоечников, да? Да что вы, Инна Сергеевна, я вас другого мнения. Спасибо. Что тебе, Маша? Я к Борису Николаевичу. Хорошо, подожди. Между прочим, я не дипломат. И оценок, к вашему сведению, не натягиваю. Вам не советую, равно как и бегать по домам. Потому что вы не разносчик телеграмм и не сборщик утиль сырья, а, простите меня, педагог. Так. Ну, хорошо. Машенька, что у тебя? Садись. Ну. Борис Николаевич, вы придете к нам сейчас? Я к вам. Зачем? У нас классный час Валентин Федоровна организовывает. Ну и что? Ну, вся эта история с поэтом, помните? Ну, с Игорем Кольцовым. Ну, она хочет, чтобы мы все его обсудили. Машенька, кто она? Она.
Валентина Федоровна. Ну и что тебя смущает? Но это же неправильно, Борис Николаевич. Обсудили весь класс, мы же взрослые люди. Ну, прости меня, он вел себя не лучшим образом. Дело же не в стихах, ты это понимаешь отлично. Я понимаю. Только при чем тут классный час? Ну, знаешь, не на нас это началось, не на нас закончится, привыкайте. А что он, собственно, такого сказал, Борис Николаевич? Он сказал правду, сказал то, что думает. Ну, Маша... Что, теперь надо извиняться за это? Вероятно, дело не в содержании, а в форме. По-разному все говорится. Да? Да. Наверное. Для кого слова это просто колебание воздуха, наверное. А я не понимаю, Борис Николаевич, почему вы улыбаетесь? Да нет, прости, это я просто своим мыслям. Ну ладно, пойдем. Пойдем в классный час, пойдем. Борис Николаевич, зачем вы? Наташа Черкунова, прошу. Я вообще считаю, что Игорь в отдельных случаях бывает неправ. В чем неправ? Неправ. Он неправильно относится к товарищу. Он к тебе, что ли, он неправильно относится? Ну при чем тут я? В его поведении за последнее время проявляется зазнайство по отношению к классу. Например? Например. Когда мы делали стенгазету, то просили его помочь. В прошлом году он рисовал. А в этом году говорит, что не будет. Что это, мол, для него пустая трата времени. Вот этого он не говорил. Говорил. У нее с памятью что-то, Валентина Федоровна. Тихо. Иду сюда, Бадянский, с памятью. Я говорил. Понимаешь, для тебя вообще очень характерно делить людей на две категории. Одни это плебеи, а другие это элиты, да? Одни могут выполнять всякие презренные школьные обязанности, стенгазеты там прочее, а другие могут смотреть на это с высоты своего собственного интеллекта, да? В общем, это не так далеко от истины. Лично я выше всего ценю интеллект. Ну, попросту говоря, умных людей. Их, к сожалению, меньшинство. Ты посчитал? Ну, зачем подсчитывать? Это и так известно. Ведь вы преподаете историю, история дает сколько угодно примеров. Примеров чего? Ну, того, что умных людей, к сожалению, меньше, чем не совсем умных, так их назовем. Ну, и каким же ты причисляешь себя? Вы знаете, как ни странно, к умным. Умным людям прежде всего свойственна скромность. Не всегда. Старик, ты чего себя противопоставляешь? Так ведь недалеко и до Раскольникова докатиться. А он уже присмотрел себе одну старушку. По-моему, самое время нам прекратить это тоскливое мероприятие. Слушай, Игорь, очевидно, были и есть какие-то моменты в твоем поведении, которые, я уверен, неприятны тебе самому. Мне, например, я тебе говорил об этом, не понравилась эта история с поэтом, и даже не сам по себе факт, что ты ушел, а что сделал так демонстративно. Ты, надеюсь, со мной согласен? Да, я согласен. Ну вот, нам бы сейчас разойтись по-добру, но мы учителя, у нас нервы. Кстати, мог бы прийти и послушать. Я уверена, с тобой бы ничего не случилось. Ну... Но ты обязательно должен показать, какой ты умный, какой ты особенный. Да, это мой недостаток. Что твой недостаток? Валентина Федоровна, вы скажите, как я должен ответить. Вы скажите, я отвечу, потому что все уже устали и хотят домой. Не дерзи. Я не дерзю. Борис Николаевич, можно так сказать? Я не дерзю. Что, я должен покаяться? Нет. Ты должен быть с нами искренним. А почему? Потому что мы все с тобой искренни. Вот в этом я не уверен. Слушай, Игорь, перестань, пожалуйста. Старик, ты неправильно себя ведешь, тебе же делаешь хуже. Очень может быть. Борис Николаевич. Вообще, кто знает, хуже, лучше. Нам Борис Николаевич рассказывал, что современники не всегда могут понять друг друга. Даже Пушкина признали не сразу. Боже мой, из-за чего весь сыр-бор разгорелся? Из-за какого-то несчастного поэта, творение которого исчезло. Гораздо раньше, чем его кожаный пиджак. Ну, не нравится. Ну, а кто тебе не нравится, поэт или пиджак? Нет, пиджак замечательный. Игорь, знаешь, кто-то здорово заметил, принципиальность такое оружие, которое надо подольше держать в чехле, не надо брицать им на каждом шагу. Ты, надеюсь, меня понимаешь? Да, спасибо. Я очень ценю твои способности. Валентина Федоровна тоже очень ценит, можешь не сомневаться. Тем более, нам бы не хотелось, чтобы о тебе сложилось неверное мнение, в частности, у твоих товарищей, а ты даешь сейчас к этому повод. Вы же ошибаетесь. В частности, насчет моих товарищей. Вы же не знаете, о чем они думают на самом деле. Вам они этого не скажут. И не напишут в своих сочинениях.
Ты такого мнения своих товарищей? Я хорошего мнения своих товарищей. У нас в классе умные люди. Правда, немножко еще инфантильные, но это пройдет. А потом вы сейчас давите на них своим авторитетом. А кому хочется в конце школы получить плохую характеристику? Так, Игорь, все, остановись. Хватит. Ну, пусть он скажет. Ты кого имеешь в виду? Нет, говори. Правильно, пусть говорит. Хотя бы тебя было. Так, я думаю, мы сейчас прекратим этот дурацкий разговор. Нет, Борис Николаевич, почему же? Пусть он нам скажет, что на нас думает. Давай, говори. Правильно. Говори. Ну вы что, ребят? Все свободны. Но я же сказала, что все свободны. Ничего. Полезно сбить с него эту спесь. Да это не спесь, это гордость. Зачем ее сбивать? А вечером я все-таки решил пойти на эту самую свадьбу к моей бывшей ученице Лене Стариковой. В ресторан «Астория», где я не был с 1900... Да, в общем, никогда я там не был. Надо вам сказать, что это, конечно, производит впечатление. Когда ты входишь, перед тобой открываются дубовые двери и... Швейцар с говунами, как какой-то военный министр государства Люксембург, пропускает тебя. А потом этот неслыханный праздник, где 150 или даже 200 нарядных мужчин и женщин за столами с изобилием яств. И среди этого великолепия почему-то ты. Должно быть, отстал я от жизни. Ну как? Все в порядке? Все нормально? Спасибо. Как самочувствие? Благодарю, прекрасное самочувствие. Прошу вас, пожалуйста, не стесняйтесь. Чувствуйте себя как дом. Я чувствую себя, благодарю вас. Жаль, Владимир Иванович не смог. Владимир Иванович, очень жаль, что не мог. Кто такой Владимир Иванович? Вы меня, наверное, за кого-то другого принимаете.
Я директор школы, и Леночка у меня училась. Что, в самом деле? Да. В самом деле, видно, обознался. Ну, народу больно много. Очень приятно. Карпушин. Звешник. Я лично педагогов очень уважаю. Педагоги в наше время. Великие труженики, так или не так? К сожалению, не все это у нас понимают. И прошу вас, пожалуйста, вы не стесняйтесь, чувствуйте себя как дома. Прошу вас. Здравствуйте, здравствуйте. Прошу вас, пожалуйста. Не стесняйтесь, чувствуйте себя как дома. Прошу вас, пожалуйста. Спасибо, это его отчим. Это жениха, жениха отчим. Ой, он ему лучше родного отца. Образование ему дал. Сейчас к свадьбе кооператив построил. Ну, при чем тут образование? Образование ему государство дал. Ну, государство, конечно, это само собой. Это безусловно. А кооператив это хорошо? Конечно, хорошо. Не то, что мы с вами мучились с тещей, со свекровью. А нынче молодежь, она хочет самостоятельности. Ну, какая же это самостоятельность? Вот если бы они на кооператив сами заработали. Ой, господи! Все нормально? Прошу вас, пожалуйста, не стесняйтесь. Чувствуйте себя как дома. Прошу. Спасибо. Я говорю, нынче молодежь, она хочет самостоятельности. Ну, я говорю, какая же это самостоятельность? Если бы они на кооператив сами заработали, тогда понятно. Ой, Валентин Федорович, да кто ж будет отказывать своим детям-то, если имеешь на то такую возможность? Нарочно, что ли? Чтобы они так же мучились, как мы же. Борис Николаевич, ну, здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. А не узнает, а? Ей-богу, не узнает. О, как причесалась. Ботиночки-то нашлись. Не узнает. Я говорю, ботиночки-то нашлись. Ну, помните, вы мне говорили, футбол-то ваш мальчик не играет, ворота там шапка. Играет, вот там и нашлись. Так что уж вы, пожалуйста, извините меня, не волнуйтесь, Борис Николаевич. Да, ведь мы с Леночкой-то 13 лет в одной квартире прожили. Ну, как одна семья прожили? А вот теперь вот они квартиру получили. Да, ведь мы ж с моим Андрюхой-то отдельную квартиру получили. Поздравляю. Борис Николаевич, ну не сердитесь вы на меня. Да боже упаси, что? Ну тогда я вас обниму. Я вас обниму. А вот видите, не забыли на свадьбу. Пригласили на свадьбу. На свадьбу пригласили. На свадьбу пригласили. Валентина Федоровна, по-моему, нам самое время с тобой уйти. Правда, никогда не знаешь, как на это посмотрят хозяева. Борис Николаевич, Валентина Федоровна, ну где вы? Это мы здесь. Вот тут. Какие вы молодцы, что вы пришли. Мы пришли, пришли. Я с вами побуду. Значит, приятно. Покурим? Да ну что ты. Да это так, от нечего. Ну не ходите мне на жену. Ну как вы? Да ничего, все хорошо. Как школа наша? Хорошо, школа наша, хорошо. Стоит на месте, куда деваться. А ученики? Ой, да, а как Генрих Григорьевич, все такой же? Все такой же. Передавайте ему привет от меня. Спасибо, обязательно. Да, Любовь Федоровна умерла. Ты, кажется, у нее училась в первом классе, да? Ой, господи, как жалко. Да что ж это она? Ой, как жалко. Лена, я тебя обыскался, ну куда ты пропал? Леночка, там ученики балуются. Балуются. Слушайте, передавайте всем привет от меня. Не скучайте. Ой-ой-ой. Ну вот и все. Еленочка старик улыбнулась нам своей прощальной, немножко виноватой улыбкой. А мы остались в прошлом, уже не имеющим над ней никакой власти. Жизнь продолжается. Тихо. Надевай. Что?
Ну что? Видишь, что делается? Это же волна, это идет на нас волна. Мы их учим, стараемся. Образ Чацкого, образ Рахметова. А куда же это все летит? Куда? В эти свадьбы с кооперативным приданным, да? Ну, при чем тут свадьбы? Ну, это чисто внешне, в конце концов. Мы с тобой просто отстали от жизни. Не знаю. Может быть, и отстали, конечно. Что значит внешне? Внешнее без внутреннего, да? Так не бывает. Это же философия, это целая философия, которой мы с тобой не обучены, мы просто этого не знаем. Стыдно быть бедным. Вот что за этим. Ну, наверное, наверное. Ой, результат. Что? Результат. Твоя любимая свобода. Вот она, вот. Вот, полюбовался, вот, во всей красе. Вот что нас ждет. Ну, знаешь, я не такой пессимист. Ты добрый человек. Да ладно, добрый, добрый, что вы говорите всегда. А вот знаешь такие стихи? Добро должно быть с кулаками. Валя, что за стихи? Добро должно быть с кулаками. Уж если добро, кулаки-то зачем? Что за стихи? Ужасно. Поднимешься ко мне? Поздно. Поздно. Новый костюм, новый костюм, у нас новый костюм. Боренька, поставь-ка ноги вместе. Ну, поставил, поставил. Так, Сереженька, вот посмотри, там не узковато ли? Да ну ладно, все в порядке. А лацканы, как у нас лацканы? Ой. Меня страшно, страшно волнует лацканы. Лацканы широкие, узкие, сейчас никто не носит. Ребят, что-то это все слишком современно. Да? А ты испугался, да, что твои учителя тебя не поймут? Они будут тобой шокированы. Ну что ты, Сережа? Его учителя просто ему в жизни этого не простят. Ой, боже мой, что за динамичный народ эти женщины. Вот час назад в магазине костюм ею был решительно забракован, назван пижонским. Нас уговорила продавщица. Между прочим, школа, вообще консервативное учреждение. Школа такой должна быть. Она должна немножечко отставать от времени, лет на 5 хотя бы. Ну это спорно. А, видишь, ты говоришь спорно. Как же школа? Школа – это точное знание, это то, что отстоялось. Тебе, как будущему педагогу, надо это все знать. Понял? Сережа. Сережа. Выйди. Выйди, выйди. Боря? Боря? Ну, что? Нам надо поговорить. Ну, давай. Боренька, возьми себя в руки. Ну, будь совершенно спокоен. Ну, ладно, ладно. В сущности, ничего страшного не произошло. Да. Не волнуйся. Ну, что такое? Боря, они подали заявление. Что? Они подали заявление, Оля и Сережа, ты понимаешь? Какое заявление? Куда? В ЗАГС, разумеется. Молодец. Очень хорошо делаешь.
Вот как стоял, так и стой. Я же нарочно его отправила в ту комнату, чтобы сказать тебе об этом. Вот мне это очень любопытно, что ты отправила его в другую комнату. Зачем ты отправила его в другую комнату? Чтобы он не видел, какое у тебя сейчас лицо. Ну, какое у меня лицо? Очаровательное, глаз не оторвешь. Ну, ладно. Подожди. Лидка, а что теперь будет, а? Ничего не будет, 29-го они расписываются, вот и все. Этого месяца? А какого же, Боря? Слушай, Лидка, прекрати. Ну, это, наверное, очередные его какие-то шуточки, розыгрыши, да? Ну, хорошо. Он в другой комнате, я в этой комнате, прекрасно. Вот так вот и живем. Ну, вот ты расскажи мне, как это все мыслится? Где это жить они будут? Как вообще все это устроится? Ты что, ты опять за свое? Ты опять за свое? За ты опять устраняешь, ты все сваливаешь на мои хрупкие плечи? Я не устраняюсь. А я вообще ничего не знаю. Вообще. Мы еще ни о чем не говорили. Я только знаю, что они шли по улице, проходили мимо ЗАГСа и зашли. Ну, так он мне сказал, Боря. Лида. Боря, ну я же не знаю, что у них там, ты понимаешь? Боря, возьми себя в руки. Подожди. Боря, не ходи с траурным лицом. Боря, я Лида, тебя умоляю. Ну хорошо. Боря, я тебя умоляю. Боря, ну хорошо. Не порть мальчику праздник. Все, это уже праздник. Это уже праздник. Сережа! Что, открой, звонят. Ну и кто это? Сереженька, это Ваня Ибрагимов, любимый папин ученик. Вот если бы не твой папа, то неизвестно, где и кем бы он был. Уголовник. Я не знаю, помнишь ли ты меня или нет. Я когда последний раз приезжал, ты был вот такой вот. Ну вот, понимаешь. А я вот случайно проездом в Петрозаводск на курсы директора в гостинице. Только не знаю, чему там будут учить. Вот. Сервис. Это точно сервис. Ой, так ты у нас директор. А я уже, между прочим, год как директор. Прошу. Между прочим, там наоборот и по-английски. Do you speak English? Сережа. Чего? Ну да. А это, между прочим, Кьянти. Очень хорошая итальянская. Мне его один товарищ. Прошу. Я хочу выпить за дорогого Бориса Николаевича. Я не знаю, Сережа, знаешь ли ты или нет, кем был для меня твой отец Борис Николаевич. Рос я без родителей, сирота. Ибрагимов – это не моя фамилия. Если бы не твой отец, стал бы я, наверное, уголовником. Ну, за дорогого Бориса Николаевича. Вы здоров. Ну? Вы здоров, Сережа, вы здоров. Борис Николаевич, я что, может, не вовремя? Нет. Ваня, очень вовремя, учти, мы сегодня тебя никуда не отпустим. Нет, как это не отпустим, никуда, когда я договорился? Никуда. Спокойно. У нас. Я договорился. Никаких. С кем договорился? Как с кем? С гостиницей. Какой гостиницей? Что такое? Он с ума сошел. Достать гостиницу в Ленинграде. Нет, минуточку, вы не забывайте. И вообще, Борис Николаевич, если надо билет на поезд, на самолет, номер в гостиницу, ну это же к нам, у нас же в этом смысле. Корпорация. О! Ну как, не женился еще, а? А у меня второй родился, опять мальчик, а я хочу пятерых, не меньше. Да-да, Ванюша, пятерых. Это очень хорошо. Пятерых, это просто замечательно. Борис Николаевич. Ну, может, какие-нибудь неприятности по работе, только нет, честно. Ваня, все. Я чем могу тебя... Стоп, минуточку. Ваня, Томилин в исполкоме кто? По культуре, ну, я же знаю, я с ним в Болгарии отдыхал. Во, мужик, если надо, я ему позвоню. Гори желанием оказать мне свое покровительство. Ну, Борис Николаевич, да ну какое покровительство? Ну, я не... А музыка есть у вас какая-нибудь? Какая-нибудь есть. Ну, если есть какая-нибудь, поставь что-нибудь. Что-нибудь из классики? Сережа. Ну, давай из классики.
Да бог с ним, ну, пойдем. Нет, нет, минуточку, стоп, дайте я на вас посмотрю. Вот так, о, прекрасно, ну. Все, мыть руки. Да, обязательно, обязательно. Борис Николаевич, а есть альбомы полистать, посмотреть какие-нибудь, да? Все, ну это мы, нет, мы прекрасно, мы сейчас делаем. Ну что? Что? Это и есть твой любимый ученик? Ну, а тебя что смущает? Раз любимый ученик, значит, быть должен доктор наук или летчик-космонавт. У меня космонавтов нету. Да зачем же? А ему и так неплохо. Да неплохо, да. Гордится, стал директором. Нравится ему отдыхать в Болгарии с какими-то там ответственными людьми. Угу. Главным образом, с точки зрения Блата. Что? Блата. Он, по-моему, тебе показывал. Ну ладно, ладно. И почему к этому надо относиться как-то ханжески? Ты никогда не пользовался протекцией, да? Я что-то не припомню. У меня же отец принципиальный враг этого дела. Ну ладно, ладно. Из этого тоже ничего не следует. Между прочим, один русский писатель говорил, что не видит ничего ужасного в протекции. Между прочим, благородный был человек, писатель благородный был. Чехов. Антон Павлович. Антон Павлович. Не надо, Сереж, так. Слишком строго судить людей. Это невеликодушно. Ну ладно, что касается твоей свадьбы, мне сказать тебе нечего, ты все сам решил. Да. Хотя я бы на твоем месте все-таки институт бы закончил. Я выйду из педагогического института. Как уйдешь? Это не в связи с этим. Подожди. Просто мне не нравится заниматься в этом институте. Что тебе не нравится? Ты что, бросил ходить на лекции? Да. Ты когда это решил? Давно. Ну, поздравляю, поздравляю. И мама уже все знает? Да нет. Слушай, Сергей. Сергей, что ты делаешь? На что ты? На что ты ухлопал свою жизнь? А на что ее надо было ухлопывать? Борис Николаевич, и все же, что будем делать в 10-м Б? 10-й Б будем учить наукам. Я пригласила отца Кольцова. Кого? Игоря Кольцова, отца. Я думаю, нужно серьезно поговорить. Уж так серьезно? Да, я думаю, что так серьезно. Лучше будет, если это сделаете вы. Ну, ладно, ладно, давай его сюда. Он здесь. Разрешите? Здравствуйте. Я... Игорь Кольцов, отец, меня просили зайти. А, пожалуйста, пожалуйста, заходите, ради бога. Здравствуйте, здравствуйте, прошу вас. Простите, ваше имя, отчество? Николай Алексеевич. Борис Николаевич, прошу вас, садитесь. Так, Николай Алексеевич, скажите, что как ведет себя Игорь дома? Вы им довольны? Ну, как сказать «довольны»? Так, чтобы сказать «довольны», не скажешь. Верно? Всегда что-нибудь не так. А, в общем-то, особо не жалуемся. Парень неплохой. Да у вас хороший парень, Николай Алексеевич. Хороший. Учится вроде ничего. Вот младший у нас из-под палки в 4-м классе. Ну. А этот с умом, всему знает время. Понятно. Скажите, а что... Куда он собирается? Есть у него какие-нибудь планы? Так в институт обязательно. Никаких, говорит, мне репетиторов не надо. Вот, мол, цените, сколько я вам денег экономлю. У соседей чуть ли не 5 репетиторов. Ну да, а конкретно куда нацелился? Говорит, на физической. А там ж не знаю. Может, передумает, знаете ли как, их не поймешь.
Скажите, а он с вами делится? Знаете, обязательно делится. Со мной, с матерью. Мать у нас библиотекарем работает. Она сейчас, правда, в больнице болеет. Очень любит мать. Знаете, очень. Ну, бывает и не слушается. Бывает, бывает. Бывает, вы знаете. Придет домой, ляжет на диван. Слова не вытянешь. Лежит себе. Ну, знаете, он, наверное, и не должен очень нас слушаться. Послушание – это до определенного возраста. Потом уже это не послушание. Мы, родители, иногда обманываем себя. Ну, хорошо, ладно. Скажите, пожалуйста, а вот в последние дни, в субботу, в воскресенье, он вам ничего не говорил? Нет. А что? Про отношения с товарищем ничего не говорил? Нет, правда, вот насчет товарищей я не знаю. Ну, раньше, в 6-м классе, были у него ребята. Заходила Виктор Гусь, Эдуард какой-то. Да, заходили ребята, были. А сейчас он все больше один. Вы понимаете, он не умеет дружить. Верно, не умеет. Так, Николай Алексеевич, послушайте меня. Сын ваш Игорь человек очень одаренный. Это я говорю с полной ответственностью. Наши учителя, и в частности физик, отмечают в нем недюжные аналитические способности. Сейчас, конечно, трудно сказать, куда они разовьются. Всяко бывает. Ну, важно, чтобы он имел нормальные условия для занятий. Ну да, и в школе тоже. А главное, чтобы он не терял веры в себя. Вот. А что касается отношений с товарищем, это, понимаете, это вопрос очень сложный. Сейчас он в своем развитии сильно обогнал своих сверстников. И плюс характер, да, характер трудный характер. Тут у нас был, я не скрою, довольно неприятный инцидент, но это наша педагогическая ошибка, мы ее исправим. Исправим. Понимаете, мы все хотим, чтобы наши дети совершили в жизни что-то большое, и мы же хотим для них какой-то спокойной и тихой жизни. Ну, к сожалению, так все не бывает у нас. А мне что, ему ничего не говорить? Ну, я не знаю, наверное, все-таки не стоит. Не стоит. До свидания. Да, Николай Алексеевич, спасибо, я очень рад, что вы зашли. Спасибо вам. Нет, всего доброго вам. Всего доброго. Заходите, ради бога, заходите. До свидания. Все хорошо. Я не понимаю смысла. Ну что же, твоя ошибка, твоя идея была сделать из меня директора. Я жалею. Ну, все поправимо. Можешь возглавить против меня движение масс, как с прежним директором. Раз. И нет у меня. Слушайте, давайте воспитывать в школе аристократов, перед которыми все стоят по стойке смирно во главе с директором. Вы что, вы скажите мне, вы серьезно считаете, что он гений? Ну, гений в чем? В чем? Ну, а вот вы, Валентина Федоровна, а вы считаете, что в нашей средней школе не может быть гениев? Ну, вдруг? Ну, да, конечно. Тогда пойдемте все вместе в 10 класс Б и станем извиняться, раз уж такая педагогическая ошибка. Да ну, они сами это поймут рано или поздно. Поймут и разберутся во всем. Борис Николаевич. Борис Николаевич. Да, что такое? Есть идея. Понимаете, тут такое дело. Мне до пенсии осталось 2 года 3 месяца. Да. Нет, ну... Я посоветоваться. Ну, Александр Акимович, миленько, я вам обещал, мы посоветуемся, мы что-то сделаем. Ну, нельзя нам все время только вами заниматься. У нас есть и другие дела. Борис Николаевич. Что такое, Борис Николаевич? Что такое? Что такое? У меня что, здесь проходной двор? У меня тут можно входить, выходить без спроса. Я позову, когда надо, придешь. Гений не гений. Наверное, просто способный парень. Но я не хочу, чтобы его терзали. Я хочу его воспитывать, а не отдавать его на растерзание толпе.
Толпа — это что? Коллектив, да? Толпа — это всегда толпа. А вот мы с тобой разбудили в них зависть, мелочность, нетерпимость, посредственность. Вот это ужасно. Я хочу, чтобы они это поняли. Они должны уметь отстаивать свое собственное мнение и уметь отстаивать мнение оппонента. Поэтому вы рассказываете им истории про ошибающихся классиков. Ой, да? Валентина Федоровна, не надо со мной так разговаривать, не надо. А потом мы удивляемся, откуда этот цинизм, откуда это мещанское высокомерие, откуда эти свадьбы с кооперативным приданым. Ой, боже мой, это все не отсюда. Все это отсюда, не отсюда, все Валентина отсюда. Федоровна, не отсюда, отсюда это все, не отсюда. Прошу прощения, не помешал? А? Здравствуйте. Да, пожалуйста. Надеюсь, здравствуйте. Узнаете? Да, заходите. Благодарю. Да. Но я должен с вами переговорить. Да, пожалуйста, пожалуйста. По поводу дочери. Пожалуйста. Да. Карпушины Нины из 8 А. Да, да. Ну, вы, наверное, в курсе? Да, я в курсе. Ах, Карпушина, да, Карпушина, я в курсе, да, я в курсе. Надо помочь. Да, помочь? Как помочь? В 8 классе поздно заставлять человека заниматься. Это уж простите, это не разговор. Когда мне отцу говорят, что дочь не способна, и что с таких надо, мол, чуть не плату за образование брать. Кто это сказал? Ваша учительница английского языка. Угу. Очень странное, между прочим, заявление. Есть закон о всеобщем образовании. Подождите, а почему вы считаете, что это только для нас, педагогов, закон? Это и для вас, родители, это тоже закон. И для вашей дочери, она взрослая девушка в 8 классе, это всенародный такой, всеобщий для всех нас, людей, закон. А вообще-то... А вы знаете, от меня бы спросить. Знаете, я бы брал плату за образование. Мы же теряем престиж образования. Ну, знаете ли. Да, вы знаете, что вы заходите, я всегда рад вас видеть. Пожалуйста, мы что-то решим. Благодарю, благодарю. Да, как-то надо это решать. Благодарю. Да. Здравствуйте. Что такое? Вы что, ко мне? К вам. Подождите. А здесь же был мальчик, Анатолий Постников. Анатолий! Толя! Анатолий! Толя! Так, ну ладно. Вы что, по призванию или... Или как? Да нет, вы знаете, не совсем. У нас в Клинцах только одно педучилище, другого не было. Понятно. Крупно нам везет. Где, говорите, в Клинцах? Да, но я теперь не жалею. Не жалеете? Это совсем хорошо. А как ты вы в Ленинграде? Да у меня тут муж и... Муж? Как вас величать? Лариса Петровна. Лариса Петровна. Ну-ка, скажите мне, Лариса Петровна, вы на чем сюда приехали? Куда? А, на автобусе. Ну, а еще какой транспорт сюда ходит? Ходит. Трамвай ходит. Как? Трамвай. 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 Правильно. И все, о чем мечталось, уже сбылось. И что не удавалось, то удалось. Отсталость наверсталась давным-давно. Осталась лишь усталость, не мудрено. Усталость разрасталась в вечернем мле. Усталость распласталась по всей земле. Усталость становилась сильнее нас. Но где ж, скажи на милость, она сейчас? И легкой на последний.
же старость нужна в лугу. Полив на усталость, как ветерок. Вот тут и шевельнулась она слегка, как будто встрепенулась от ветерка. И легкая усталость недалека развеялась, умчалась, как облака. Боря! Боря! Ну что такое? Сейчас к нам придут. Кто придет? Олины родители. Звонил Сережа. Лидка, подожди. У тебя горит. Да, ну ладно, так. Слушай, значит так, вино я купила, ну? Думаю, хорошее. Водки, я думаю, совсем не надо. Ну, а почему не надо? Может, они выпивают? Подожди, кто выпивает? Олины родители? Да. Ну, тогда сходи за водкой. Хорошо. Подожди, подожди, не надо водки. Ну, да. Пойди за скатертью. Подожди, Боря, подожди, не надо скатерть. Что такое? Пойди принеси тарелки. Подожди, Боря, не надо тарелок. Пойди переоденься. Ну, Элитка, подожди. Ну, что такое? Ну, придут и придут. Почему к этому надо как-то специально готовиться? Боренька, мы не специально. Мы не специально. Запомни одно из двух. Да. Сейчас твой сын женится. Ты можешь ему или помочь в этот трудный для него момент, или испортить ваши с ним отношения, может быть, на долгие годы. И вообще, слушай меня, Боря, потому что я мудрая женщина. Да, да. Ты мудрая. Да. А если мы даже и специально готовимся, так что ж тут такого? Мы же этим показываем, что нам не безразлична семья нашего сына. Лидка, какая семья сына? А мы с тобой кто? Подожди, Боря. А кто же мы теперь? Ну ладно, ладно. Опоздаешь. Куда? За водкой. Может, лучше коньяк? Ну, Боря, я же не знаю там до какого-то определенного часа. Да успей, успей. Боря, посмотри на меня. Как ты думаешь? Что мне надеть? Я думаю, я надену свою длинную юбку и кофточку в цветочек. Лидка, ты моя Лидка. О, пусти, дурачок. У меня же горит. А пускай горит. Да пусть оно все сгорит пропадом. Что мы не люди, что ли? В конце концов. Алло? Да-да-да-да, дома, сейчас позову. Ну, тебя из школы, конечно. Алло. На каком вокзале? На Варшавском вокзале? Ну хорошо, я понял. На Варшавском прямо в вокзале. Да, я сейчас еду. Да, да, сейчас еду. Боря. Так, Лидочка, Боря. Извини, ради бога, это... Ну, к нам же придут. Ну, срочное Боря. Дело, недодолго. Ну. А ты давай тут развлеки гостей. И, между прочим, у тебя горит. Давно. Горит, горит. Так.
Простите, пожалуйста. Моя фамилия Свешников. Я директор школы. Мне сейчас сообщили, что задержали мальчика, школьника Анатолия Постникова. Это у вас? У нас. А где у вас? Он что, в камере, что ли? В изоляторе. Да? Ну, давайте его сюда, я пришел за ним. Как-то давайте. Вам мы его дать не можем. Только после расследования, и не вам, а родителям под расписку. А, пожалуйста, я могу дать расписку. Вы не являетесь для нас юридическим лицом. Нет, простите, я являюсь юридическим лицом. Это решает комиссия по делам несовершеннолетних. Нет, я являюсь юридическим лицом. Я депутат районного совета. Пожалуйста, мое удостоверение. Я вас прошу, если мои права и полномочия не идут вразрез с законом, если они имеют какую-то юридическую силу, я прошу вас мальчика отдать под мою личную ответственность, лично мне. Ну что ж, домой возьмете? Ну, хотя бы домой. Да, но нужно же согласие родителей. Нет, вот их как раз я бы никогда не спрашивал. А, но это только в том случае, если их лишат родительских прав. Ну, это понятно. Вот это уже решаю не я, а суд. Это я все знаю. А вот вы мне лучше скажите, куда вы раньше-то смотрели? Ну, как же так? Парень, который день не появляется в школе, сняли с поезда в Таллине с чемоданом, а вы даже не хватились. Учителя... Вызывали? Здравствуйте. Фамилия? Постников. Вызывал. Вот что, Постников, вы посидите и подождите. Хорошо. Вы тоже. Посидите и подождите. Вот так мы и оказались вместе. На одной скамье. Я и Постников старший отец. Ну, погоди. Послушайте, Постников, я Свешников, директор школы. Мне сейчас сообщили, что Анатолия задержали в поезде в Таллине с каким-то чемоданом. Что дома-то у вас случилось? Вы что, его били? С каким чемоданом? Ну, не знаю, говорит, его чемодан. Ну, правильно, его из дома взял. Ну, а дома что случилось? Вы что, его били? Послушайте, ну здесь же, наверное, нельзя курить. Постников, я хочу добра и вам, и вашему сыну. У вас дома обстановка, при которой мальчик не может нормально заниматься. Ведь если это все не прекратится, мы же заберем его у вас. Кто это мы заберем? Мы, школа. Больше ничего? Больше ничего, я вас официально предупреждаю. А кто вам дал такие права? Вы занимаетесь лучше делом. Смотрите, чтобы он учился. Школу забросил к чертовой матери, чем бумажки строчить на работу. Какие бумажки? Какие бумажки? Такие бумажки. Учителя. Ну и что? Ну, написали вам школу, значит, сделали абсолютно верно. Я вас еще раз официально предупреждаю. А я испугался вас. Ой-ой! Вот что, чеши-ка-то отсюда. Что? Я говорю, иди отсюда. Слушай, ты, Богочка, если ты еще раз ударишь мальчика, я не знаю, что я с тобой сделаю. Полиция! С тобой 15 суток схватишь. Ты со мной больше суток схватишь, папочка. Отстань! Так, да? Товарищи,
Слушай, Анатолий, Толя, ты ко мне тогда приходил, ты извини, я не мог тебя принять. Ну, извини меня, Толя. Ну что, добегался? Так, Постников, паспорт при вас? Да, пожалуйста. Прошу. Так, ознакомьтесь и распишитесь. Ручка есть? Нет. Возьмите. И ручки нет. Спасибо. Вы свободны, товарищ Свешников. Так, минуточку, и вот здесь. Мы отпускаем мальчика, согласно вашей просьбе, домой, до расследования. Да, спасибо, я понял. Да, вы свободны. До свидания. До свидания. Ну, пошли. Хочется сосредоточиться и припомнить, как за шагом шаг этот мир рождался, чтобы прочиться. В первобытном хаосе и как приходилось в этом мире созданном собственною кровью и трудом подниматься к звездам скупо розданным прямо с неба в сумраке седом. Всяческою нечистью сделать все, чтоб вновь не грянул бой, столковаться с целым человечеством и остаться все ж самим собой. Остаться все же самим собой. Да, вот так вот. Маленькие дети — это маленькие заботы, а большие дети — это большие заботы. Правильно. Слава Богу, наконец. А то, вы знаете, заседания, бесконечные заседания. Да, Лидия Николаевна, их то же самое. Немножко. Они начнут заседать, их не остановишь. Задержался. Очень приятно. Елена Григорьевна. Да, Борис Николаевич. Владимир Андреевич. Очень приятно. А где же Сережа? А они в кино. О, уже они. Слушайте, вот про эти заседания. Ну и точно, как в том анекдоте, как английского шпиона ловили. Да. Слышали, Борис Николаевич, про шпиона, нет? Ну что вы, он старый. Ну, значит, в общем, так. Заседание, все решительно спят. Слышите? Да. Только он один не спит. Шпион. Не спит. Он доклад служит. Умора. Ну, что, позвольте, нет, за здоровье нельзя. Молодых. Уж простите, у Вовы сердце. Да, что делать? Ну, за счастье наших, да, детей. За здоровье молодых. Да, да. Ну, прошу всех к столу. А ведь мы только что говорили про учителей. Пожалуйста, пожалуйста. Борис Николаевич, спасибо. Вот вы, наверное, читали эту статью «Берегите учителей», да? Да. А, вот так. Пишут: берегите, дескать, учителей. А чуть что — виноват учитель. Нет, вот представляете, как не семья, не отец с матерью, а педагог. Все-таки у нас в этом вопросе, я вам скажу, вот мы с Вовочкой считаем, что это неверно. Вот, скажи, Вова. Да. Вы знаете, вот какая странная вещь.
Вот я с детства испытываю страх перед учителями. Точно. Нет, серьезно. Да, да. Сказал сейчас уже. Отец семейства уже, взрослый человек. А представь себе, боюсь. И вот когда нужно идти на родительское собрание в школу, я говорю, мать и дед, и я боюсь. Я не пойду. Ой, умор. А вообще-то я ему должна сказать, страх должен быть. Вова правильно сказал. Страх перед учителем обязательно должен быть. А что ж еще? Это правильно. Да. Разрешите? Да, лучше ли? Правильно, давайте. Боря, вот мы тут без тебя, как говорится, посоветовались. Ну уж прости, нас решили. Ну, во-первых, где им жить? Самый, как говорится, жгучий вопрос. Вот Елена Григорьевна и Владимир Андреевич, они предлагают, чтобы они жили у них. Да. Но мы с тобой, разумеется, за то, чтобы жили у нас. Да, Боря? Да? Ну, а в принципе, пусть решают сами. Нет, не зачем. В принципе, они должны жить отдельно. Правильно, Вовочка. Абсолютно верно. Абсолютно. Кстати, Борис Николаевич, так кажется. Да, да. Борис Николаевич, нет ли у вас возможности вступить в кооператив? Боря. Может быть, тебе как депутату через райсовет, Боря. Лидия Николаевна, миленькая, не расстраивайтесь. Знаете что, нервы не восстанавливаются. А ты тоже, Вова. А что? Женятся, разберутся, молодые. Ну, ну, ну что мы все расстроились-то? Ну, разберутся. Ну, правильно, Вова, я говорю? Да. Ну, конечно. Улыбнитесь. Ну, улыбнитесь. Ну, вот. Совсем другое дело. Да. Лучше я. Да, лучше я. Да, миленький. Ну, так, Борь, теперь насчет свадьбы. Да. Вот Владимир Андреевич, он такой деловой человек. Правильно. Берется нам во всем помочь. Так прелестно во всем разбирает и знает все ходы и все выходы. Обещает все устроить. Вот он предлагает, Астория или европейская. Как ты считаешь, Боря? Между прочим, запись на банкетный зал. Ну, что-нибудь за месяц, а то и полтора. Ой, страшное дело. Что вы говорите? Ну, с этим вопросом у нас проблем нема. Молодец, Вова. Да, проблем нема. Ну, прекрасно. Значит, все в порядке. Прекрасно. Я прошу выпить чаю. Что вы, что вы? У меня прелестный хворост. Лидия Николаевна, миленькая, нам же еще в гости. Как? Почему в гости? Ну, понимаете, какое дело? Сегодня, понимаете, у жены Деверя Владимира Андреевича день рождения. Одевайся, Вовочка. Они очень симпатичные люди. Я хочу, чтобы вы познакомились. Он директор завода, она врач этот, ларинголог. Одевайся, Вова. Позвольте. Очень симпатичные люди. Вам они наверняка... Зачем? Да брось, ну что, так, да брось. Нет, ну что. Вова. Так полагается. Лидия Николаевна, голубочка, можно я вас по-простому, по-родственному? Можно? Ну вот, ведь так совсем другое дело. Борис Николаевич очень... Очень приятно. А можно я его по-родственному? Ради можно? Да, все-таки мы же родня. Да. Очень было приятно. Очень приятно. Очень было приятно. Очень приятно. Ну, Вовочка, приглашай теперь к нам. Посидим, выпьем по маленькой. Я вот здесь чуть-чуть запачку. По-простому, по-родственному, милости просим, теперь уж вы к нам. Да, теперь уж мы к вам, никуда не денешься. Точно. Точно. Никуда не денешься. Ну что, приходите, конечно. Попьем чайку из рюмочек. Ну, правильно. Очень был приятно. Да. Мне тоже очень. Взаимно. Да. Чего? Да, ну все же, мать.
Пойдем. Пошли. Очень было приятно. Очень приятно. Милости просим, теперь к нам. Милости просим. Пошли, Вовчик. Милости просим. Теперь уж вы к нам. Милости просим. Теперь уж вы, пожалуйста. Очень приятно. Очень приятно. Лидка, это что за люди? Это были нормальные люди. Очень милые и скромные. Он инженер. Скромный инженер. Откуда он деньги возьмет такие? Астории, европейская. Ах ты вот о чем. Ну ты отстал от жизни. Люди с этим сейчас не считаются. А действительно, наверное, отстал. А мы с тобой откуда такие деньжищи возьмем? Не знаю. Придумаем что-нибудь за ним. Ну так, Боря. У меня к тебе даже не просьба. Да. Ты сейчас поймешь, в чем дело. Ну, только не говори сразу мне. Ну, говори. Боря, ты должен... Должен позвонить Павлику Смирнову. Да-да, Боренька, Павлику Смирнову. Или даже лучше встретиться с ним и поговорить о Сереже. Да, Боря, о Сереже. Сережа, как ты знаешь, бросил институт. Фактически бросил. Не будем закрывать на это глаза. Он пишет, он хочет в университет. Ему нужно помочь. И очень жаль, что у тебя на него никогда не хватает времени. Ну-ну, погоди, а при чем здесь Павлик Смирнов? Да потому что для Павлика Смирнова это ровным счетом пустяки. Ну, может быть, не пустяки, но для тебя же он сделает. Ты же к нему ни разу в жизни не обращался. Нет, нет, я к нему не обращусь. Ну, глупо, глупо, очень глупо. А очень. Сережка наш пусть идет в армию. Куда? В армию. В армию? Да. Это он всегда успеет. Надо сначала получить образование, потом идти в армию. А кто же мешает? Вот и получай надо образование. Надо получить профессию, потом идти в армию. Надо кончить институт, потом идти в армию. Ты рассуждаешь так, как будто это не твой сын. Нет, я рассуждаю, потому что это мой сын, Лидочка. Именно мой сын. И, кстати, что это вы решили, что я могу обращаться к Павлику Смирнову, и Павлик Смирнов пойдет ко мне навстречу? Это, знаешь, давно уже не тот Павлик. Надо к нему обращаться все, кто угодно, совершенно посторонние люди. Вот посторонние пусть обращаются, а я никогда не буду. Ну, ты прав. Ну, конечно же, ты прав. Но ты же не учитываешь обстоятельств. Ты забываешь, что наш сын женится. Самый маленький, первый класс. Я сижу у них на уроке, смотрю на их лица. Это смешные, добрые, открытые лица. Глядя на эти лица, даже... Невозможно себе представить, что в мире есть зло. Вот когда? Где это начинается? Второй класс, они посмелее. Во втором классе они всегда смелые. Третий, четвертый, герои и трусы. Потребители жизни и творцы, и просто люди, отцы, матери, семейств. Вот как мы с вами. Вот где, когда это начинается? Пятый, шестой, это... Самый трудный, как считают учителя. Седьмой тоже не из легких. Девчонки повзрослели, мальчишки выросли. Вот тут-то и надо где-то их понять. Распознать в невинных еще поступках, склонностях, желаниях. Это страшный микроб мещанства. Ведь невозможно помыслить, что они возьмут все это с собой в 21 век. И, наконец, 10 класс. Взрослые люди, герои и трусы, потребители жизни и творцы. Вот они все здесь. Еще немного, и все свершится. Олег Павлович. Да, Борис Николаевич. Что случилось? Кого вы побили? Я не побил, я ударил, но это честно. Я не удержался, Борис Николаевич. Подождите, кого вы честно ударили? Мочилова из 7-го, вредный такой парень. Ой, он действительно вредный, от кого хочешь, можешь довести. Ну ладно, пожалуйста, извините. Борис Николаевич, он не обиделся, он даже доволен. Так это ужасно, что он доволен, Олег Павлович. Обязательно извините, я вас очень прошу. Пожалуйста. Хорошо. Договорились, хорошо, да? Договорились. Так, Инна Сергеевна, ну что наш, ну погоди, вы звонили в милицию? А да, Борис Николаевич, все в порядке. Правда, он что-то путает с этим чемоданом, но уже все в порядке, мой муж звонил прокурору. Ваш муж?
Мой муж. Подождите, а зачем вам понадобилось звонить на работу отцу? А как же? А вы что, не понимали, чем это может обернуться для мальчика в такой семье? Или, может быть, вы просто не подумали о последствиях? Да, Борис Николаевич, о каких таких последствиях? Что, его отец поколотил, что ли? А вы знаете, он его и раньше колотил. Да. Инна Сергеевна, вы не любите детей. Это знаете, что понимать под словом «любите». Мы с вами по-разному понимаем это слово, очевидно. Вот и все. Да, действительно, я смотрю, по-разному все понимаем. Нам просто невозможно с вами работать в одной школе. Когда же вы мне прикажете? Что, может быть, сейчас, в середине года, да? Ну, вы знаете, я никому ничего не приказываю, все зависит только от вас. Понимаю. Я, знаете ли, думала, что все зависит вот от этой гусеницы накрашенной, которую вы так хотите на мое место. Инна Сергеевна, Инна Сергеевна. Послушайте, 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 это у вас не пройдет, понимаете, не получится. Нет, нет, потому что я здесь была, буду и вас еще пересижу. Вот так и запомните. Ты скажи, какой нашел. Я вас предупреждаю, если вы начнете меня тихо выживать. Инна Сергеевна, прошу вас, выбирайте выражения, вы в школе. Ах, вам мои выражения не нравятся, да? Не подходят. Прикажете обращаться к вам в стиле прошлого века, как в этих письмах, которыми вы наводнили нашу школу. Милостивый государь. Кстати, Борис Николаевич, с этими письмами, вы что, ничего не знаете, Борис Николаевич? Ну что вы, я получил такое послание, да что я вот... Генрих Григорьевич, я прошу вас, покажите ваше письмо. Да, Генрих Григорьевич, действительно, покажите. Ну, что особенного? Спасибо. Послушайте. Послушайте, Татьяна Георгиевна. Милостивый государь Генрих Григорьевич, пусть не покажется вам нескромным это послание, ибо есть чувства, не подлежащие суду скромности, есть слова, значение коих отнюдь не меняется от того, что они были тысячу раз до тебя повторены. Я люблю вас... Я люблю вас, Н.Н. Товарищи, так это же прекрасно! Вы так считаете? Нет, вы знаете, в чем наше несчастье? Да в том, что они, черти наши ученики, обладают неисчерпаемым запасом юмора, чего нельзя сказать про нас с вами. Вы считаете, это юмор? Ну, а если это не юмор, если это всерьез, я, значит, просто завидую. Подождите, скоро получите. Генрих Григорьевич, вы возьмите и сохраните на память. Да? А если жена найдет, тогда объясняй. Нет, Борис Николаевич, вы ошибаетесь. У нас достаточно юмора, только все мы делаем вид, что его у нас нет, чтобы, не дай бог, не уронить своего достоинства. А, кстати, насчет достоинства. Я знаю. Я очень хорошо знаю насчет достоинства. Мы его носим, как хрустальную вазу. Неплохое сравнение. Да, вот и поэтому все мы ходим с постными лицами. Там, где нормальный человек должен смеяться. Пожалуйста, мы с ними танцуем Летку-Енку. Они, закрыв дверь, отплясывают шейк. О, Господи, Боже мой.
Да они уже давным-давно все пересмотрели по телевизору, а мы водим их парами на детские сеансы Тимура и его команда. Потом все удивляемся, товарищи, почему они нас недостаточно уважают. Это гораздо сложнее, Олег Павлович, милый, все это гораздо сложнее. То, что ваши ученики бегают за вами, вообще ни о чем не говорит. Мы знаем много таких примеров. Думаете, так трудно завоевать их любовь, да? Вот это я не знаю, вам виднее. Я вам скажу, только не обижайтесь, пожалуйста. Это любовь за чужой счет. Да? За счет учителей, которые с ними построже. Да мы их замучили нашей строгостью, двойками, тройками, замечаниями. У нас ведь у всех один разговор на все случаи жизни. Получишь пару, вот вкатил ему пару, он будет знать. Простите, что вкатил? Пару, Генрих Григорьевич, пару. Вы что, не знаете, как теперь двойка называется? Кстати, сколько пар вы вчера вкатили 7-му А? Вы знаете, я не считал. 11. Что вы говорите? То, что вы слышите. А вы предлагаете какую-то другую систему оценки знаний? А почему же только знаний? Ну, а потому что я не пионер-вожатый, Олег Павлович, я преподаю знания, свой предмет, и вкатываю, как вы выражаетесь, пары из уважения к своему предмету. Да. Хотя считаю, что педагогика от этого отнюдь не страдает. Что вы, Генрих Григорьевич, мы с вами не современные люди. Вот на вас я просто удивляюсь. Вы даже не в джинсах. Так легко прослыть консерваторами. У нас как-никак акселерация. В 15 лет они уже взрослые, а мы не проявляем к ним должного почтения. Я вам срочно советую отпустить длинные волосы. А то вы рискуете потерять авторитет. А потом вы слишком строги, Генрих Григорьевич. В 10 классе каждый сам себе гений. Они уже знают, что классики допускали грамматические ошибки, что современники не могли оценить Пушкина. А стало быть, и мы с вами, Генрих Григорьевич, тоже не можем оценить какого-то наша гения из 10 Б. Да какая строгость! Олег Павлович, милый, о чем вы тут толкуете, я не понимаю. Может быть, вас умиляют вот эти письма, да? Милостивый государь, но поймите, это не лицей, это не высшее учебное заведение, это школа, это дети, это десятилетка. И мы будем помогать слабым, будем их тянуть. Да-да, будем тянуть, как вы выражаетесь, Татьяна Георгиевна. Ориентироваться будем на средних, а не на гениев. И применять будем испытанную систему поощрения и наказаний, а не метод товарищеских подзатыльников. Вы меня поняли, Олег Павлович? Вы меня поняли, Татьяна Георгиевна? Простите, я немножко увлеклась. Вы что-нибудь хотите сказать, Борис Николаевич? Нет. Совсем ничего? Я подумаю. Ну что ж, тогда все свободны? Да-да, конечно, все свободны, все свободны. Спасибо, все свободны. Павлика Смирнова. Простите, я. Смирнова Павла Александровича. О, а я что, у вас один в гостях? Да, Женьке, да. Ты не звонил? Нет,
А Виктору? Тоже. Ну, странный человек, то нет его целый год, а то вдруг заявляется в час ночи. Так это же прекрасно, Паша. Слушайте, как у вас здорово, вы так и живете, никуда не переехали. Да живем. Ну и правильно, стабильность. Стабильность. А сын где? Гуляет, гуляет, небось. Сын, да, гуляет. У вас с ним все нормально? У нас, да, более-менее. Да. А мой, представляешь, развелся, дурак. Молодец, не стареет, не стареет. Да не старею. Вот Лидка тоже смеется, говорит, 50 скоро, а ты все бегаешь. Бегает, бегает. Бегает, Да это, брат, на тебя школа влияет. Ну, на тебя в таком случае твои дела тоже, смотри, совсем не меняется. Ну, какие дела, ему, брат, чиновники, все больше бумажки да совещания. Да? Ну, школа тоже не то учреждение, где поправляют здоровье. Ну, вы тут без меня. Я пока приготовлю ужин. Да. У нас ведь тысяч проблем. Наши социальные завоевания иногда оборачиваются такой неожиданной стороной. Вот, например, кого мы воспитываем? Романтиков, идеалистов. Ты учти, наша школа самая романтическая, в лучшем смысле. У нас же не услышишь про зарабатывание денег романтиков, идеалистов. Такой, прости меня, романтик спотыкается на первой кочке и ломает себе шею. Его же жить никто не учит. Пашенька, чай или кофе? Чай. А я все-таки думаю, романтиков, идеалистов все-таки... Что? Да нет, ничего. Надо, чтобы они были... Лучше нас. Становятся ли люди лучше от поколения к поколению? Это главный вопрос педагогики. Ты знаешь, как бы я подбирал учителей? Ум раз, чувство юмора два, и голос должен быть приятный. Ну ладно, не смейся. Я не смеюсь. У тебя дело какое-то ко мне? Я вот тебе сейчас скажу крамольную вещь. Давай. Нет педагогики. Такой науки не существует. Никто не знает, как воспитывать. Наверное, единственный путь. Надо быть самому в какой-то степени образцом. Надо себя блюсти. Для этого надо быть святым. В какой-то степени. А мы-то с тобой. Эх, мы с тобой. Ай, Паша, вот скажи мне, вот коллектив, да? Это что, 30 человек, и все они синхронно думают? Да, ни черта подобного. Всегда есть лидер, кто он, куда он ведет, как это все происходит. В стране же нужны мыслящие люди, миру нужны люди мыслящие. Сколько раз этот коллектив ошибался, и как платили за это одиночки? Ну, ты со мной не согласен. Нет, я тебе... Завидую. Ты мне? Да, ты счастливый человек. Я счастливый? А чего ты испугался? Счастливый, это же хорошо. А, ты думаешь? Ну, я вот смотрю на тебя и думаю, какие же мы все лентяи. Вот я в частности. Ты лентяй? Да, я лентяй. Скрытый. Этого никто не знает, ни мои подчиненные, ни мое начальство, ни даже жена. Но я лентяй, я тебе говорю это по секрету. Это такой вид душевной лени, когда снаружи не видно. Человек ездит на работу, сидит на совещаниях, вечно занят, весь день у него расписан по часам. Он лентяй. Так вот это я. Я тебе завидую. Да, сложно все. Ведь вообще не исключено, что мне придется уходить из директоров. Ну, перестань. Да я серьезно. Что, у тебя неприятности? Они думают, что я мягкий человек. Черт-то с два, я твердый человек. Я не хочу, чтобы
стреляли с Маяковски и гибли на дуэли Пушкина и Лермонтовой. Вот как нам решить эти проблемы в рамках нашей средней школы? Я тебе завидую. У тебя ко мне какое-то дело? Говори. Дело? Какое дело? У меня никаких дел к тебе нет. Просто мы с Лидкой вот подумали, что надо иногда встречаться, сидеть, разговаривать. Годы-то проходят, Павел Александрович. Молодец. Как здорово ты это придумал. Лид! А у меня все готово. Ну и прекрасно, сейчас пойдем ужинать. Какой же он у тебя молодец. Это надо же пригласить меня. Давайте чаще встречаться. Давайте видеться, черт возьми, пока мы живы. Ну, пойдем ужинать. Пойдем. Вот самые маленькие, первый класс. Я сижу у них на уроке, смотрю на их лица. Они, ребята, сосредоточенно пишут. И вдруг один повернулся к окошку. Что ты, Алеша? А он говорит, снег. И вот уже они 30 человек разом повернули, чтобы рассмотреть эту невидаль. Снег. А между ними ходит молодая учительница. У нее хорошее, открытое лицо. Там в неизвестном мне населенном пункте Клинцы одно единственное училище, педагогическое. Но в этом училище учат любить детей. Самый маленький, первый класс. Вот сидишь у них на уроке, смотришь на их лица. Это же наброски. Это обещания. Это первоначальные эскизы будущих людей. Их ранние облики еще ничем не искаженные. Вы... Вглядитесь в лица граждан 21 века.